Большинство обращений, поступаемых в органы власти от жителей, касаются наведения чистоты и благоустройства в Подмосковье, сообщил во вторник на заседании регионального правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев. Самая актуальная проблема, которая традиционно образуется у нас после зимы и таяния снегов, это благоустройство, порядок, чистота и состояние дорог, сказал Воробьев. Все нормативные законодательные акты, принимаемые на правительстве, сегодня являются достаточными, чтобы эта работа велась активно, хорошими темпами, заключил он. 28 марта глава Ленинского муниципального района Олег Хромов провел выездной прием жителей сельского поселения Булатниковское. В течение нескольких часов пришедшие на прием граждане, это 39 человек, задавали главе муниципалитета насущные вопросы, рассказывали о проблемах территории, в их числе развитие инженерной инфраструктуры, состояние дорог в деревнях и селах поселения, транспортное сообщение. Следующий выездной прием пройдет 11 апреля в поселке Горки Ленинские. В администрации Ленинского муниципального района утвержден адресный перечень муниципальных дорог, запланированных к ремонту в 2016 году. Всего в период с июня по август в муниципалитете предстоит отремонтировать около 68 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Ознакомиться с полным списком подлежащих ремонту дорог можно на официальном сайте администрации Ленинского муниципального района adam-vidnaya.ru. 31 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев выступит в эфире телеканал 360 Подмосковье в рамках традиционного ежемесячного разговора с жителями региона. Трансляция начнется в 19 часов. Жители Подмосковья, как всегда, смогут задать актуальные для них вопросы, обсудить проблемы, которые касаются всех сфер жизни, начиная от социальной поддержки и заканчивая медициной и капитальным ремонтом. Вопросы губернатору можно задать с помощью поста с хэштегом «Вопрос губернатору» в Твиттере, Инстаграм и Фейсбук.